прошу считать меня главврачом. Thank you. Yeah. Okay. А кто это? Да, это псих наш один. Вы знаете, у него такая интересная многоступенчатая мания. Когда его привезли, он называл себя президентом США, а потом вдруг решил, что он великий хирург-экспериментатор. Окей. Для того, чтобы вывести идеального кандидата в президенты Соединенных Штатов, нам нужно, чтобы он сочетал в себе лучшие качества всех кандидатов. К сожалению, селекционным путем нам не удалось вывести подобную особь. Но мы разработали уникальную хирургическую операцию. И сейчас вы станете свидетелями эпохального эксперимента. Введите Барака! Oh, yeah. Это же не Барак, дурак. Кто дурак? Ты сам дурак? Я Барак, министр обороны. Министр обороны. Он такой же министр обороны, как я папа. Я просил тебя провести Барака Обамы из пятой палаты. А этому куда? Куда-куда? В детскую комнату. Дай ему цветные карандаши, пускай рисует там свои стратегические планы. А бумагу? Ну это же туалетная бумага. Леди и джентльмен, Барак Обама! Как вы смеете? Я негр. У меня только папа негр, а мама юрист. Я будущий президент Соединенных Штатов. Вот стану президентом Соединенных Штатов. Тогда увидим, кто из нас негр. Хиллари, ну что ты носишь с этим цветком, как будто ты софтландер, да? Ну, некуда его поставить. В этом Кнессете у них одни воры. Не может быть. Может, может. Я сама его только что Рухам Наврам взяла. Хиллари. Я. Хиллари, ты хочешь стать президентом Соединенных Штатов Америки, а? Всегда. Тогда ложись. Нет, это не мой метод. Я вам не Моника. Наркоз. А мозги? Мозги. Зачем мозги? Они все равно ими не пользуются. Доктор, я вас спросить хотел. Там после Обамы такая черная штучка осталась. Классная такая. Можно я ее домой возьму? Да бери бог с тобой. Спасибо, док. Все. Дамы и господа, встречайте! Новый президент Соединенных Штатов Америки! Oh, yeah!